Столбики термометров поднимаются от 30 градусов, а то и выше. В московском регионе настоящее лето, настоящая жара. Офисные кондиционеры, модные шляпки, купание в водоемах, ручные вентиляторы. Как же одинцовцы спасаются от жары? Сейчас узнаем. Чай пьем, потом и морсы разные, и, конечно, платочек надо на шейку, вот такой хлопковый еще бы, намочить его в водичке, и хорошо помогает. Не выхожу из дома, когда жарко. А что вы выберете, воду, морс, газировку или квас? Вода. А почему вода? После всего перечисленного все равно хочется пить. А если вода холодная, то потом пить не так сильно будет хотеться. Но вода должна быть с газом. Мы в Лазутинку, или вот у нас парк есть, малыш детский с детьми. Поэтому мы только так можем спасаться в лесопарковой зоне. Все. Мы на речке купаемся. Каждый день ездим. А на какой? На Москва-реке. Надеваю светлую одежду, поменьше пытаюсь быть на открытом воздухе. Пью воду. Я никак не спасаюсь. Пьем водичку, просто покупаем холодную, и все, в принципе.